В женской хоккейной лиге сегодня знаковый день – старт игр плей-офф. Дмитровская «Торнадо» в нем тоже участвует. На сегодняшний день девушки спустились с 4 на 5 место в турнирной таблице из-за неудачной выездной серии с нижегородским «Скифом» и уфимской «Агиделью». Встречи прошли довольно-таки сложно. Старались набрать как можно больше очков, не совсем получилось. Но, в принципе, все равно как бы в плей-офф будет все решаться, поэтому мы готовимся. Мы старались по максимально забрать очки, но, к сожалению, нам не хватило реализации, где-то не хватило концентрации. Но что вышло, то вышло. Карина Ахметова признается, ей встречи с Агиделью даются особенно сложно. Для меня, наверное, всегда психологически сложные игры с Агиделью, потому что это фаворит которых сезонов уже, который сезон они забирают кубок ЖХЛ, и с ними сложно играть, именно психологически. Однако оставим прошлое позади. Впереди решающие в этом сезоне встречи и розыгрыш мест в финале женской хоккейной лиги. «Торнадо» готовится по полной, задачи девушкам уже поставлены. Конечно, в первую очередь надо пройти первый круг. Соперник довольно сильный, игры простыми не будут. Предстоит напряженная борьба. Поэтому, естественно, будем стараться, будем сражаться. Задача пройти первый круг, это минимум. Первая встреча в серии плей-офф для «Торнадо» пройдет на домашней арене. В гости приедет красноярская «Бирюса». Ну, конечно, все равно начало плей-офф, первая игра, я думаю, для всех будет волнительно, и так как для нас, и также для красноярска «Бирюсы». В принципе, с первой игры самое важное – я думаю, а дальше уже полегче будет. Весь сезон готовились, что на предсезонке мы закладывали фундамент. В принципе, команда готова к плей-офф. Особенно волнительными игры будут для Карины Ахметовой. В женскую хоккейную лигу девушка перешла в прошлом сезоне сразу же в «Торнадо». Для меня это первый плей-офф вообще в этой команде. И для меня это волнительно, но готовимся также к упорной борьбе и будем забирать и уходить в следующий раунд. Обстановка в команде хорошая, мы настраиваемся, готовимся, и нам нужны только победа и победа. Ответный матч в серии для черно-желтых пройдет в гостях в Красноярске. Болеем за наших хоккеисток и желаем им идти только вперед и только к победе.